Привет, солнце! Как дела? Сегодня мы продолжаем учить русский язык с помощью коротких историй про Таню. Previously on Stories about Tanya, our main character is about to wake up and get ready for work. She has a very important day today, so she better be there on time. By the way, if you haven't watched the first episode, it will be waiting for you in the description. Subscribe button is here. И начинаем! Таня медленно встает с постели и направляется в ванную. Таня slowly gets out of bed and heads to the bathroom. Таня медленно встает с постели и направляется в ванную. Давай напишем. Таня медленно встает с постели. И направляется в ванную. Смотри. Таня медленно встает с постели. She slowly gets out of bed. И направляется в ванную. And heads to the bathroom. Say it with me. Таня медленно встает с постели. И направляется в ванную. На ощупь включает свет. И смотрит в зеркало. О, нет! She turns on the light by touch or by feel and looks in the mirror. На ощупь включает свет и смотрит в зеркало. Давай напишем. На ощупь включает свет. И смотрит в зеркало. Say it with me. На ощупь включает свет и смотрит в зеркало. She turns on the light by touch. На ощупь by touch. Like this. На ощупь. И смотрит в зеркало. And looks in the mirror. Зеркало, mirror. О, нет! У нее же огромные мешки под глазами. Oh, no! She has huge bags under her eyes. You know these dark circles? О, нет! In Russian we call it мешки. Мешки, bags. Huge bags. О, нет! Давай напишем. У нее же огромные мешки под глазами. Мешки под глазами. Огромные, huge, bags, under the eyes, her eyes,
Не нужно было так долго смотреть телевизор вчера вечером. She shouldn't have watched TV for so long last night. Не нужно было так долго смотреть телевизор вчера вечером. Смотри. Не нужно было так долго смотреть телевизор. Телевизор вчера вечером. Не нужно было так долго смотреть телевизор вчера вечером. She shouldn't have watched TV for so long last night. Let's read it one more time. Таня медленно встает с постели и направляется в ванную. Таня slowly gets out of bed and heads to the bathroom. На ощупь включает свет и смотрит в зеркало. She turns on the light by touch and looks in the mirror. О, нет! У нее же огромные мешки под глазами! Oh no! She has huge bags under her eyes. Не нужно было так долго смотреть телевизор вчера вечером. She shouldn't have watched TV for so long last night. Записали? Она умывается холодной водой. Чистит зубы и расчесывает волосы. She washes her face with cold water, brushes her teeth, and combs her hair. Давай напишем. Она умывается холодной водой. Смотри. Она умывается холодной водой. She washes her face with cold water. Чистит зубы. Чистит зубы. Чистит зубы. Well, not with a chalk though. With a toothbrush. И расчесывает волосы. And combs her hair. И расчесывает волосы. Таня умывается холодной водой, чистит зубы и расчесывает волосы. She washes her face with cold water, brushes her teeth, and combs her hair. Будем надеяться, что красивая прическа отвлечет внимание от ее уставшего лица. Let's hope that a beautiful hairstyle will divert attention from her tired-looking face. Будем надеяться, что красивая прическа отвлечет внимание от ее уставшего лица. Смотри. Будем надеяться, что красивая прическа.
отвлечет внимание от ее уставшего лица. Смотри. Отвлечет внимание, will divert attention from her tired face, от ее уставшего лица. Будем надеяться, что красивая прическа отвлечет внимание от ее уставшего лица. Let's hope that a beautiful hairstyle will divert attention from her tired face. Будем надеяться, let's hope, что красивая прическа, that a beautiful hairstyle, отвлечет внимание, will divert attention, от ее уставшего лица, from her tired looking face. Но легкий макияж тоже не помешает. But a light makeup will not hurt either. Но легкий макияж тоже не помешает. Давай напишем. Но легкий макияж тоже не помешает. Но легкий макияж тоже не помешает. But a light makeup will not hurt either. Не помешает. It will not hurt. Макияж. Makeup. Маскирует темные круги под глазами и красит губы. She conceals dark circles. She masks them. And puts on lipstick. Not this color. Маскирует темные круги. Смотри. И красит губы. Маскирует темные круги под глазами. Мы уже знаем, что они под глазами. И красит губы. Literally, paints lips. Say it with me. Маскирует темные круги и красит губы. Время поджимает. Пора ехать. Time is running out. It's time to go. Время поджимает. Пора ехать. Время поджимает. Пора ехать. Say it with me. Время поджимает. Пора ехать. Time is running out. It's time to go. Let's read it one more time. Она умывается холодной водой, чистит зубы и расчесывает волосы. She washes her face with cold water, brushes her teeth, and combs her hair. Будем надеяться, что красивая прическа отвлечет внимание от ее уставшего лица. Let's hope that a beautiful hairstyle will divert attention from her tired-looking face. Но легкий макияж тоже не помешает.
But a light makeup will not hurt either. Маскирует темные круги и красит губы. She conceals dark circles. She masks them and puts on lipstick. Время поджимает. Time is running out. Пора ехать. It's time to go. Well, seems like somebody is in a hurry. What do you think? How will the story end? Please write a comment. Don't forget to check out the first episode I was talking about. And hit the bell to get notified about the third part of the series. Share this video with your friends so that you can practice Russian together. Like if you enjoyed the lesson. Have fun. Пока-пока. Муа! Like this. Который заставляет, which makes Tanya open her left eye. This is important. Приоткрыть. Not open completely, but a little bit. Just enough to see.